С 2020 года в законодательстве произойдет ряд изменений. Например, вступит в силу законопроект об увеличении выплат неработающим пенсионерам. Они увеличатся на 6,6% и в среднем составят 16 400 рублей. Минимальный размер оплаты труда в 2020 году увеличится до 12 130 рублей в месяц. Материнский капитал увеличится до 466 тысяч рублей. Перемены также коснутся пособий по беременности и родам. За 140 дней отпуска они увеличатся до 322 тысяч рублей. Почти до 28 тысяч рублей вырастет максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет. В то же время ежемесячное пособие по уходу за ребенком в размере 50 рублей с 1 января отменяется. Также в 2020-м вступает в силу закон о введении электронных трудовых книжек. Теперь информация о стаже, занимаемых должностях, увольнении будет ежемесячно передаваться в Пенсионный фонд России. Кроме того, в России повысятся акцизы на алкоголь. В 19 регионах, в том числе и в Свердловской области, введут налог для самозанятых с годовым доходом до 2 400 000 рублей. Номера на новые автомобили можно будет получить прямо у дилеров, не посещая ГИБДД. На месте можно будет получить свидетельство о регистрации и государственные регистрационные знаки. Еще из нововведений – туалеты на вокзалах станут бесплатными. Россиянам запретят держать в домашних условиях диких животных, в частности опасных питомцев, крупных хищников и ядовитых рептилий. Врачам будут выплачивать премии за найденную онкологию. За посылки стоимостью свыше 200 евро начнут брать пошлины.